Новый автомобиль, который они собрали вместе, получил название Roadkill. Автомобиль, который был основным продуктом первой части серии, но по дизайну ближе ко второй, с красной окраской. Финальная стычка с агентом Стоуном и другими законниками происходит на гоночной трассе Midtown Raceway, где происходят почти все действия Twisted Metal Black. Агент Стоун пытался выстрелить в молчуню из снайперской винтовки, но, к счастью, пуля отскочила от баллистического стекла. В любом случае, это оружие можно будет подобрать в Twisted Metal 2012 года, чтобы в итоге нанести серьезный урон. Сладкоежка стреляет шквалом напалмовых ракет своего оригинального специального приема из первой и второй части, и даже издает знакомый звук запуска и смеха, как в играх.